تدخلهم. Хорошо, очень. Вот. Я очень думаю. Это сборная. Почему ты была? Вот. Это самая главная ошибка. А кухара. Справа заднего, когда я выкидываю, в основном идет нарез по прямой. На сетке берет все снизу, ведется на задержке. Подала обманка и всю игру придерживалась этой тактики задержками, обманками, часто делала переводы. Ну вот, играла она в основном в задних углах, так как она на сетке, ну просто бы напросто ей проиграла, потому что Кухара хорошо на сетке лучше, чем она. Вот. Срезки она еще в первой партии делала, ну и забивала этим, а во второй, в третьей партии она их практически не использовала, можно сказать, даже, ну, не делала. Три партии было? Две. Две, ой. Ну, две партии. Вот. Ну и Рачинок сама же очень часто ошибалась. В первой партии она сразу же отдала, получается, все 6 подряд, но потом уже догнала. Вот. Слабые стороны какие у нее? Ну, то, что... Она, получается, когда идет к сетке, она прогибается и берет... Первую партию он тогда, он начал сам уже с поставками смешивать. Кто сам? Момота. Я Момота говорю. Он сразу начал смешивать поставки, только так и лупил. По прямой только смешивал тогда. И сразу первую партию вообще убил его. 14 он набрал. 18? Да. Ну, там вообще жестко было. Вторая партия. Сон Лохо понял, что не стоит через сетку играть. Но в начале, в первой, второй партии... 4-1, когда ввел Момота, когда Сон Лохо типа, только начал высокой долете бить, он три раза повел аут или поле. Три раза так отдал очко, потом Сон Лохо ушел на 2 очка вперед. Потом
Мы вот когда делали поставку, он ждал поставку, Сомахо сразу отбрасывал. Никогда вот Сомахо не делал вторую поставку. Сразу отброс по прямой или по диагонали. Назад его тянул, что он натягивался. И сразу, когда короче не делал, он сразу поставку вторую делал Сомахо. Или перевод сразу, чтобы он не стоял на месте. А вот ошибка была, он только один шаг делал, еле успевал за сетки. И так качал его каждый удар, и сразу и направо ему гонял. Он сразу короче либо с резким. И Момото только второй партии бил по диагонали, полностью Миши. И Сомахо тоже гонял с резкими. И уже второй партии уже под конец видно было, что он встал, там уже ноги прямые были, и там уже. С третьей партии, уже третья партия, уже у них игра была быстрая, и ну такая же, как вторая партия, только так Сомахо играл с ним. Только задержки и гонял задние линии только. Ну, Сомахо, блин, понял, как с ним играть, просто столько гонял его в третью партию, и этот... Сомахо в основном играл через заднюю линию. Больше всего сбрасывал, и либо же в задней линии играл в левый передний угол. Растаскивал много по задней площадке, играл под правый угол. За игру, за всю игру Сомахо проверил 18 раз валан и 15 из них выиграл. Он хорошо чувствовал площадку и тактика, мне кажется, была больше на уровне. Часто ведется на обманные удары, не успевал на быстрый перевод. На сетках. Выигрывал очки, там 2 очка, кажется, когда он бил смеш и добивал на сетке. Он чаще играл на сетке, чем Сомахо, Дима. Очки выигрывал в основном на сетке, когда ошибался Сомахо. Дима принимал в первой партии смеш в основном на заднюю линию, но следом за ним опять он бил смеш и уже забивал. А во второй партии он в основном на сетку скидывал. И он чаще играл на сетку, чем на противник. За счет этого он многие очки выигрывал, потому что он раскидывал по всей площадке вправо, влево. Но Артур много бил ненадежных смешев, они летели больше всего в аут. В задней линии он ломится в центр сразу. И Ли Донг Йонг забрасывал в тот же самый угол и забрасывал за голову. Из этого Артур брал либо сзади себя, либо сбоку. И после приема смеша закрытой стороной у него часто летят навесом или в сетку. Слева заднего, когда он заходит закрытой стороной, он бил укороченный. А противник двигался уже к сетке, потому что он знал, то, что Артур будет, скорее всего, бить укороченный во многих ударах. После этого он не успевал на подставке.